18 февраля президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Глава государства с удовлетворением вспомнил визит в Великобританию и встречу с премьер-министром Терезой Мэй. Президент Ильхам Алиев высоко оценил роль и вклад баронессы Эммы Николсон в развитии связей дружбы и партнерства между Азербайджаном и Великобританией. Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон передала главе государства привет премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй. На встрече была подчеркнута важность проведения в Баку очередного заседания Консультативного совета Южного газового коридора. Отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в энергетической сфере. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в области здравоохранения, туризма, сельского хозяйства и других сферах. Подчеркнута важность взаимных визитов высокого уровня в развитии связей. Глава государства поблагодарил за приветствие премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй, просил передать и его приветствие премьер-министру Великобритании.